стояли, которые были с Потемкинского. И деньги. Вот поэтому после смерти Александра Михайловича Святогорье, поскольку прямых наследников не было, должно было перейти к его родной сестре Екатерине Михайловне, замужем за Рибопьером. Но так случилось, что и сестра вместе с братом в один год умирает, только с разницей в несколько месяцев, и умер в том же году ее сын Иван. Один в младенчестве умер, а второй уже в зрелом возрасте. То есть три наследника... Но не наши. Ты должен, что музей работает. Что наши? Что наши? Нет, в смысле. Там люди, это тоже твоя культура. Все наше. Все наше. Все наше. Все наше. Thank you.